Но сейчас Бумча, Ганеша, в джангл, под ютубчик, под запись, на лайки, там, комментарии, на донаты, там, поддержку в смайте. Спасибо за донейшн. Где-нибудь в ролике. Так, а чем малый скипетр предлагают? Конечно, он же поджигает, поджигает. Это же логично, чат. Он же поджигает. И блинк. Уф. Уф. Скипетр взял. Да, да, в джангл скипетр. Все нормально, не переживайте, не переживайте, чат. Я знаю, что я делаю. Блин, парни, спасибо за донейшены. Сейчас ставку вам включу. Жадные вы до баллов, блин. 2 минуты у вас. Как тебе Гильгамеш? Я не знаю, первая катка, тестим. Воман, маленький, я его не увидел даже. Тыки-тыки, о. Трек классный. Жалко, на записи его никто не услышит. А-а-а-а-а. Все, тихо, чат, тихо. Лайки, комментарии. Ну, все как обычно, короче. Тики-тики-го, тики-тики-го. Нормально. Ганеша в джангл? Гильгамеша в джангл. Ошибся. Килькамеша. Вы же знаете, парни, я лучший джанглер в этой вселенной. Best of luck to you. Best of luck to you. Я беру, естественно, тройку, потому что это прыжок. Теперь у нас есть блинк. Вот такие вот у нас щупальцы появились. Так. Когда Little Nightmares, не игнорь, пожалуйста. Не знаю. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Как же я и накидался скипетром, уф! Тики-тики-гор, стики-гор. Бумч! Уф! Погнали, блядь! Ломаю эти, чтобы, если что, отбежать. Так, 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 так. Двоечка, мы помним, да, что у нас делает? Двоечка у нас отталкивает в стену. Она на крипов тоже работает, если что. Так. Гильгамеш джангл тестим. Надо будет еще в соло его затестить. Be careful, middle. Be careful, middle. I'm on it. Так. Какой толк в этих растениях? Это просто для мувмента, просто разнообразие карты. На самом деле это очень круто, то что они сделали. Out of mana. Be careful. Это очень круто, что они сделали. Хорош, 3-0 идем. Если эта победа будет 50-0, я все равно выложу на YouTube. Посмотрим Ганешу уже, ну, в реальных боевых условиях, так сказать. Я как джанглер недоволен. Ну, они не совсем удобны, но зато, я думаю, они призваны разнообразить как-то карту. Уф, хороший трек. Гильгамеша. Я постоянно говорю Ганеша. Ну чё, вы же уже поняли, что я путаюсь. И вы заметили, кстати, каждый раз, когда выходит новый бок, а я его беру, типа, ну, куда-нибудь и очень сильно отыгрываю. Здорово, Джеронима. Здравствуй. Бумс. Все, у меня есть ульт. Можно гангать идти. А, можно второго Гильгамеша, кстати, но он отпрыгнет. Надо дуо идти гангать. А, кстати, мне нужно пойти забрать по пассивке. Смотрите, я вам сейчас покажу.
как это работает. Вы, наверное, видите уже пассивку на карте в виде солнышка. Вот. Вот так вот забираем и получаем часть. Получаем часть брони. Имба. Имба. Получаем часть артефакта бесплатно. Так. Ну там вард, видимо. Ой-ой, плохо-плохо на миду, плохо! Нет, хорошо, имба. Не выпрыгнет! Дамаж! Ну, мувмент весь кончился и все. Рандомный ты один предмет, да, по пассивке. Я убью, конечно, и умру. Надеюсь, они ее заберут тоже. Нет! Ваманчик! Братанчик! Он умер. Нет? Понял. Что мы из этого можем собрать? Гензи? Так, ну ладно, мы все-таки джанглеры, поэтому мы возьмем что-нибудь, наверное. А что, имеет смысл ему ускоренную катану брать? Думаешь, продать? Нет, я буду за медло собирать. Здорово, не хочешь постримить инлист? Привет, у меня нет... А, ну она бесплатная, да, сейчас? Да можно попробовать, почему нет? Очень много урона. Здорово, Ярик. Очень много урона с его единичкой. Ну прям сверх много урона, я бы сказал. Ну хотя при этом Вамана, смотри, перефармил его на 2 левела, лол. Я думал, я застану его об стену. Sorry about that. А почему он не застанился? Я думал, он в стенку ульти тоже станется, нет? Это плохо, это плохо. Нац, писюн. Be careful. No problem. Не будет она? Ой-ой-ой, сколько урона! Сколько урона зашло! Единичка очень дамажная. Дуо плохо, это очень плохо. Keep killing all you want, but do not step on my flower beds. Короче, надо залить этот видос, даже если он как бы будет проигрышным, надо его на ютубчик залить, чтобы посмотрели, как Гильгамеш дамажит. Это просто же... Ну очень много, ну какой-то прям сверх урон. С руки, вы видели, после активации единички, это просто, ну, разрыв какой-то. Я могу убить, как думаете? Далеко, ладно. Я бы мог убить. Здорово, Вармер. Мог бы убить единичкой, просто бы размазал бы, наверное, в клочья. Ручков мы забираем. Берем красный. Ой, сейчас так больно будет всем.
Я ее оттолкнул таким образом. Это что было? Это что было с уроном? Ого-го-го! Ну это прям сверх как-то много. Короче, если не умеешь играть, можно его пикать, да? Да. Очень много урона. Сейчас в конце катки еще посмотрим, сколько я на мне, потому что я чувствую, это будет очень быстрая катка, по всей видимости. Но при этом, посмотрите, насколько Вамана его перефармливает на 3 левела. Я гангнул его, два раза его, да, по-моему. An enemy has been slain. Прям хочешь, да? Прям хочешь. The gods cannot stop your rampage. А выталкивалка, конечно, плохо контрится, в смысле, не очень удобно. Вот, но очень много урона. Так. У нас все плохо на дуо, короче. Хотя там разобралась Гера нормально. Я прокачаю, конечно, ульт. Гоу побьем вот этого. Гоу убьем. Окей. Keep killing all you want, but do not step on my flower beds. Там Гера вообще разнесла в плачу. Индиз сейчас самая хайповая игра, попробуй, тебе понравится. Я играл в Индиз год назад, ребят. Индиз мне дали доступ, разрабы к ней еще год назад, когда о ней никто не знал. Там, правда, механики немножечко другие были, ну совсем чуть-чуть. Через стены, кстати, прыгает. Да, при двойке он станет, короче, да, если в стену попадаешь. Да. То, что в тройке союзники ускоряются, когда на тройке убегут, это я знаю, да. Мне нужно второй уровень выполнить пассивки. Сейчас монет не хватило. An ally has been slain. Это плохо. У меня out of mana. Что делать? On my way. A branch snapped from the tree of life. Отстаньте от меня, ёпта. On my way. Как мувмент эта штука не используется. Блин, вот пошел помогать. Вот пошел помогать, и все. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, Гера, умнички. Трипл килл. Неплохо. Непонятно, что лучше качнуть, двойку или тройку. Гера говорит, не знаю, что случилось. Но пока мне нравится, конечно, очень сильный. Качай бицуху, ты видел мою бицуху? Если чё. Куда качать-то, ёпта, ещё больше. Так. Это на видос? Наверное, да. Мы же должны, конечно, показать Ютубу тоже отдельно. Так что давайте, этот, кто не зафоловлен, фоловьтесь. Вот. Кто не донатил, донатьте. Давайте, должен быть большой донат в одной катке, типа. Чтоб потом YouTube предъявлял мне, что я байчу на донаты. Банчу донатами. Должны быть руки-базуки. Да у меня руки больше, чем базуки. Куст вонючий. Но два удара по нему это тоже ни о чем, на самом деле. Что такое два удара?
Хорош. Неплохо. Ай! Так. Чампыч, спасибо большое за донат еще, дядь. Спасибо огромное. И enemy... О, все, все. Ганеша это тот, кто заставляет людей ливать скаток, короче, я понял. Все, Гильгамеша ливнул. Вот он и станчик. Очень много урона. Ну прям сверх много урона, я бы сказал. Что там нам по второй пассивке надо сделать? На 10-м победить как минимум половину вражеской команды в одном бою. Ага. Ганеша, Гильгамеша, Гильгамеша. Гильгамеша заставляет людей ливать скат. Гильгамеша, да, да, сорян. Так, YouTube, вы лайки ставите? Вы лайки ставите? Я кому показываю вот это все? Новые, Гильгамеши, катки хорошие. А? Большой донат. Ого! Ого, чат! Спасибо большое, полтинник, нихера себе. Здорово, Экзимка. Гильгамеша рад, чат, такому донату большому. Спасибо большое. С ноги врываюсь. С ноги врываюсь на Гильгамеша, чат. Еще я думаю, если стоишь на соло, то в целом ему можно мистикал мейл еще собрать. И типа поджигать, поняли? И единичкой, и мистикалом выжигать. Ну все как я люблю. Страшно? Страшно, понимаю. Это тебе, спасибо большое. Ну это прям овер много дамага. Просто в клочья. Да, не попался. На соло через 1-2 играть? Да, 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 двойка очень сильно защищает крипов. Мощно. Здорово, здорово, ребят. Будет прыг? Ну я выбил его с пассивки, конечно. Но он на пассивке почему-то не полетел, кстати. Хотя я попал. И с пассивки же выбил. Или я его посохом выбил? О, смотри, как чистит. Бум. Как кумба. One more time. Спасибо, ребят, спасибо за поддержку. Большущая. А не знаю, почему они не сдаются, кстати. Но уже тут понятное дело, что катка победная. Нам осталось только механики посмотреть. Как бы и все будет чики-пуки. О, у нас тоже тип ливнул, лё. Купидон ливнул. Подумал то, что оно нахер не нужно. Нормально. Two flowers wilt. Keep killing all you want, but do not step on my flower beds. Да вы засыте за мной драться, алло. Ну вы без хп, правда, все. Хорошо. Как тебе новый бок? Но единичка очень сильно дамажит, парни. Прям сверх сильно. Мы еще и проиграем, если Купидон не вернется. А-а-а. Не смешно.
Ну, почему не взял? Celebration. Нравится мне, что они карту меняли, это очень круто на самом деле. Мне нужен отхил какой-нибудь. Окей. War more time. Ой, вард поставил. Интересно. Нормально. У меня маны не так много, чтобы раскастоваться. Второй раз пассивка прокол. Да, вроде 500 голды дали, если не ошибаюсь. Аси. Может быть и Аси, кстати, может собрать. Почему нет? Порох лечится. А я не выдержу столько, алё. Давай Аси соберем ради рофла. Ну попробуем. Почему нет? Гемы сильно подорожали, да. Ну 4 на 4 играем. Арандайт бери, можно, там очень много вариаций билдов на самом деле есть. Где каноничные криты? Я подумал уже о том, что можно криты собрать, наверное. Типа раз я а-ля джанглер. Ооо, все купил, навернулся. Не вышло уравнять тогда получается. Вот эти не разрушай, нет, не ломай. Прикольно. Keep killing all you want, but do not step on my flower beds. Ой, ёшечки, ё-ё, Данзабура прилетел. Ой, Данзабура-то как залетел. Блин, неудобно подойти, так не горит. Ну как мувмент двойку нельзя использовать, да. Он совсем на... вообще, ну прям на крошечку. Это законно, что у него билка какой-то ураван. Ну типа да. Ну типа, в смысле нет, но типа да. Ну да, они сдались. Ну короче, первое испытание Гильгамеша, которое бы я всю катку назвал Ганешей, прошли успешно. Урона от единички очень много. Есть и мувмент, и контроль в виде замедлений, и стан об стенку. Ну короче, блин, забавный персонаж. Забавный персонаж, мне понравился. Импейл как Ван Хур, ну типа того, да. Прикольный персонаж. Короче, естественно, катка отправится на ютубчик. Неважно, ливнул типа или нет. Наша то задача посмотреть была Ганешу, Гильгамешу. Гильгамешу, я помню. Вот, поэтому там лайкусики, комментики. Ну, я, конечно, не передамажил Гера просто. Посмотри, что сделала. Вообще жесть. Короче, под запись. Вот сюда. Слева будет канал. Надо будет подписаться. У меня опять смотрят очень много без подписки. Ну, а справа актуальные видосики. Помните, да? Нужно будет там посмотреть, там лайки, там, ну, вот это все. Комментарии.